Ух, обнова прошла, можно начать играть на Хэписи. Как я давно на нем не играл, я прям соскучился. О, меня заспавнило там, где надо. И тут можно еще черепа пособирать. Офигенно. Отдай мне свой череп. Пособирав черепушки на пляже, я скрафтил себе костяной ножик и побежал в центр карты. Лодка и конь. Как я давно вас не встречал. Я реально по вам соскучился. За тобой тип в антираде бежит. Убегай, убегай, убегай. А я говорил. Тут еще один в антираде. Может быть его тиммейт? Но мне для начала надо лук скрафтить и спалку откинуть где-то неподалеку. И чтобы было легче построить домик, я прописал себе с админки админский топор, который валит все деревья за один удар. Это не монтаж. Так вот, нарубив немножечко дерева, я скрафтил себе лучок и побежал охотиться. И наткнулся на один очень интересный дом. Он с МПшкой? Один с МПшкой, другой с Бердой. Томпсон. Их трое уже. Их четверо, их пятеро! Убивать я их не стал, я решил их пощадить, потому что если бы я их убил, они просто ливнули бы с сервера. Да нет, это не потому, что их было много и я бы не вывез, вы что? О, костяные стрелы. Я знаю, где здесь самое топовое место, где бегает очень много бомжар. А вот и мой первый бомжара, которого я должен загасить. Может, он фармила? Он фармила. Куда мои грибы хаваешь? Боже, какой ты долбоёб, чел. Я вообще... Знаешь, я хотел тебя поднять, но после того, как ты начал токсичить, как-то не особо хочется. Бля, а лучше добей, чел. Я не хочу, чтобы ты меня поднимал. Не хочешь, чтобы я тебя поднимал? Но я тебя подниму, братик. Ручками-ручками нужно фермить. Ладно, держи, это тебе. На-на-на. Йоинк! Ууу, piece of candy. Piece of candy. Тут какой-то тип с арбалетом, и как-то не особо хочется начинать строиться, он же меня тут укокошит. А вот тут под скалой я бы, наверное, и построился. У нас получается какая-то небольшая дырдочка. Ну, как бы типичное строительство от Димаса. Ну вот, зато у меня много места. Наверное. О! Кто сказал, что у меня неудобный дом? А если вот так? Здорово. Не прошло и недели, вот и новый ролик. Да, я снова запотел. И, кстати говоря, я ни на что не намекаю, но было бы неплохо сдвинуть канал с места вашим активчикам. Ставьте лайкос и пишите любой комментик, я читаю их все. И да, для тех, кто не знает, Дайс вернулся и продолжает мутить контент. Передавайте ему привет. Небольшая рекламка и к просмотру. Спонсор сегодняшнего ролика RustBet. Обязательно попробуй режим апгрейда и вводи промокод. С помощью него вы получите бесплатный кейс, который даст вам скин стоимостью до $20. Приятного просмотра! Отстроив наконец-то свой первый домик, я побежал знакомиться с моими соседями. Тут какой-то дом интересный, там двери открыты. А я знаю, что мы можем сделать. Братан, я по тебе стрелял только что. Ты можешь помочь кое в чем? А, ты меня с двухстволкой ждешь, я знаю. Да я не буду тебя убивать, поверь мне. Тут есть дом один недалеко от тебя, и там открыты двери. Мне нужен буст на второй этаж, чтобы туда попасть. Ты мне поможешь с этим? Ну, мне тоже что-то с этого перепадет, хорошо. Без проблем, конечно. Ну, если там что-то будет, пойдем за мной. Вот, смотри, дом какой-то наверху. Я видел, там дверь открыта на втором этаже. Вот, встань. Прыгай.
Еще раз. Отлично. О. А, тут металл дверь стоит. Такая надежда была. Не, там дверь стоит. Вот сюда ведет, смотри. Это бункер отстраивается. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю. О-о. Кажется, нас спалили. Давай еще побей. Может, я выйду. Все еще веришь в это? Ты же не можешь там все время сидеть. Но зато в этом есть свои плюсы. Пока я его кошмарю, мой сосед фармит. И никто никому не мешает. Ну да, удачи. Зато знаю. Иди строй новый дом. Теперь я буду у тебя тут 24/7 сидеть. Я отстану от тебя, если ты скажешь, где тут можно найти типов с пушками. Они живут очень рядом. А они сейчас в онлайне? А, они, да, в онлайне, там Томик бегал, там Гаеви. Он рассказал мне, где я мог бы найти первых своих жертв и отнять у них пушки. Сейчас более-менее, хотя бы что-то видно. Так, ё-моё, дроп возле меня, оказывается, падает. Но походу до него я не успеваю уже. И тут я наткнулся на своих первых жертв. Отдай снова! Да ну, ты еще и тут живешь, да? Ля, это ты что ли? Кто? Что ты ко мне пристал? А я что, виноват, что я рядом живу? Я только что пытался дроп отжать, а там какие-то жадные типы оказались. Так вон там тип живет. Там. Да не, они убегали в другую сторону. Походу я знаю, где они живут, эти типы. Что вдвоем пришли. Да, это их дом. Окей. Сегодня вас ждет очень увлекательный геймплей. План у меня был такой: переработать все ненужные компоненты и скрафтить первый верстак, намутить себе блочный лук и пойти разваливать кабины. О, до пайпы мне реально далеко. И для меня действительно странно, почему меч стоит 20 скрапов в изучении, а булава, которая никому не нужная, и нифига не дамажит, 75. Хм. Они опять каких-то бомжей там гоняют? Я скрафтил себе имбу и побежал выбивать у них пушки. Жадничать нельзя. И тут за мной началась реальная охота. Он близко. Ого,
Уходим. Это мы сейвим домой. Ого. Ха. Вот это старт. Вот это старт, я понимаю. Хорош. Нет, одну дверь отмена. Мне нужен ящик срочно. Неподалеку от меня я услышал взрывы и решил попытать удачу и сбегать туда. Я недалеко уже от рейда. Я надеюсь, там не эти 5 типов рейдят. О, это походу они и рейдят. Бомжик с луком меня спалил, и мне пришлось умереть. Потом я пришел туда снова. Выжидал, выжидал и откис. Увы, домика не дорейдили, и вытащить оттуда мне ничего не получилось. Но я не расстраивался, ведь у меня были еще одни противники. Мои любимые соседи. Второй минус. Ой-ой-ой-ой-ой. Три карточки я забрал. Ого. До дома бежать далеко, но мне это донести нужно обязательно. Ресурсов у меня в доме не так много, как хотелось бы. Ну вот, нормальненько. Еще немного подфермить, и я смогу поставить третий верстак. О, какой третий? Второй верстак. Говорю, может это мир как-то обычно убивать. Не, ты кто? Ты тот, который, у которого я сидел под хатой? Да, ты у меня сидел под хатой, да. Ну, на самом деле у меня нет каких-то мотивов тебя убивать и как-то кошмарить, поэтому я не против. Просто, может, тебе подашь темку, чтобы видел меня не было. А это типа какие-то... Пизда мне. Бля. Ого! Да вы шо? Не, ну ты, конечно, ебаный лох, у тебя мама убила, походу, бля. О, ну да, с Томиком, понимаю, ебать, со стени петушочек. Все, здравствуй. А Джара Гуджу. За турель тебе огромное спасибо, она мне ой-ой-ой, как пригодится. А компонентов сколько они навалили? Я их убил. Слушай, там соседа твоего дипает, пойдем поможем ему. Тот, который меня бустил. Вроде нормальный парень. Ну, спасибо, окей. Стой, не стреляй, не стреляй, я пришел помочь. Я думал, тебя дипают. А, ты где-то с Дзибаревичем знакомый, да? Кого знакомый? Ты с Дзибаревичем, да? Нет. Я тот, кого ты бустил, помнишь? Наверх, вон туда. Да, это сосед. Это твой сосед тоже. Так, я тебя убивать не хочу, но... Но! Мне нужен скраб, понимаешь? Понимаю. Спасибо. Давай, удачи тебе. У этих пацанов бункер. Постепенно я исследовал свою местность и знакомился с новыми людьми. Заводил друзей, заводил врагов и, в принципе, все как обычно. Там с питаном чё? Пожалуйста, не убивай, не убивай, пожалуйста, я мирный.
Самый хитрый, что ли? За МП5, кстати, огромное вам спасибо. Это то, что мне нужно. Грибы на землю. Грибы на землю. После чего я побежал доставать моих соседей. Ох, поверьте, доставать я умею. Как вам мой битбокс? И спустя минут 10 они уже не вытерпели и решили выйти. Но я это делал не просто так. Мне нужны были ники. Мне нужен был метальчик, чтобы улучшить дом. А его у меня просто не было. Я взял админскую кирку, которая добывает все за один удар, и побежал фермить. После чего в моей голове появился идеальный план по постройке моего бункера. О! Хоп, и дырдочки больше нет. Хотя можно вот так сделать ступеньки наверх. И это будет дом с подвалом. Офигенно я придумал! У меня началась наилютейшая война, но мне было не до этого. Я решил сходить в магаз в реальной жизни. Ё-моё, так меня рейдить пытались. Вот это я сходил, называется, в магазин. О, питончик. Нам туда. Такое ощущение, что реально рейдили в меня или кого-то возле меня. Взрывы были в моей стороне, так там еще и файт какой-то. Спрайтовы. Ого. Я помог моим соседям отбиться от гоинг-диперов и рейдеров, так же, как они помогли отбиться мне изначально. Пока я ходил в магазин, оказывается, они меня пытались отдефать. И отдефали. Также они мне сказали имена, кто меня рейдил. И это были мои соседи, которые жили впритык ко мне. И тут началось самое интересное. Рейдить их у меня в планах не было, а вот достать хорошенько, чтобы они зарейдили меня, почему бы и нет? Понимаю. А кто ты такой, мне интересно? А-а-а, теперь я понимаю, кто меня рейдил. Получается, у меня теперь есть хорошие соседи. У меня есть хорошие соседи, а это означает, что мне нужна буферка. Иначе мне ГГ. Лежать.
У меня были огромные проблемы с тканью, и поэтому файтиться с ними у меня не было времени. Мне нужно было сходить на переработчик. Почему дропы никогда не падают возле меня? Ко мне идет. Я увидел, как у них устроен домик, взял коня, скинул СМГшку, взял двушку и вернулся обратно. Ну, а теперь можно как нормальный мужик посидеть у них на хате. Она тебя любит, и ночами плачет, пока тихо спит. Я такое не слушаю. Что, не нравится, да, собаки? Мне тоже не нравилось, когда вы сидели у меня под домом. Да вы задолбали. Они... Просто кошмар какие-то они люди. Какой-то кошмар у меня происходит. Но мне это нравится. Ну, спасибо этим моим соседям. Вот есть хорошие соседи, которые живут вот на этой стороне дороги. А есть плохие, которые живут вот на этой стороне дороги и вот на этой. И это прям реально проблемка, мне нужно будет разбираться со всем этим. Капец, мои соседи размножаются прям на глазах, их прям реально много. Но это мирные соседи, поэтому мне грех жаловаться на это. Соседи, которых я доставал, ливнули. И у меня появилось время переработаться и поизучать все самое ценное, так как я знал, что они меня точно зарейдят. Там, походу, кто-то есть. И они перерабатывают. $550 скрапа, надо мной стоит тип. Если я это донесу, то в принципе я смогу поставить третий верстак.
1200 скрапа у меня есть. Мне хватало ресурсов на третий верстак, и чтобы не крафтить второй, я побежал к моим соседям и с ними договорился. Я вас дипать хотел сегодня. О, отлично. Все, третий верстак поставил на крафт. Вообще пушка. Так, по 125 скрапа они стоят. Так это то же самое получается, я правильно понял? Ну, кстати, с третьего верстака как-то мало всего изучать надо. Придется идти фермить фармил. Мне нужно еще 600 скрапа, как минимум, чтобы нафармить на машинку. И, наконец-то, я смог залутать мой первый дроп после глобал обновы. Ого, нифига с него сыпет. И вот за что я действительно люблю хэппис, так это за красивые виды. Весь скраб, который у меня появлялся, я тратил на изучение различных компонентов. Ну, тогда изучаю вот это, а на это мне уже не хватает. Абсолютно все ресурсы я тратил в улучшение дома, так как я понимал то, что меня скоро зарейдят. Золото, бля. И шо? Крысюк, бля. Соседи мои были серьезно настроены. Они с пуликов сбивали вертолеты. Все лишние пушки я скидывал в кусты, так как я понимал, что меня могут зажать в спину. Вертолет не получил никто из нас, его забрал какой-то левый клан. Но мне, если честно, он был не особо нужен. После чего я решил отстроить себе новый домик и перенести немножечко пушек туда. Такое ощущение, что там меня бахают. Так это меня и бахают, походу.
Они меня бахнули, а ресурсов-то у меня практически не было. Я все потратил в свой домик. Кроме в третьего верстака, они ничего не забрали. На меня они потратили больше 5 сишек и ничего не нашли. Достать соседей оказалось не так уж и сложно. Ну а если я поднял тебе настроение, ставь лайкосик. Всем пока.